Перед началом собрания первые лица республики и города Улан-Удэ возложили цветы у памятника Доржи Банзарову. А главные мероприятия развернулись уже в актовом зале университета. Приказ о присвоении имени вузу министерством был подписан 27 декабря 2018 года. На сегодняшний день все юридические процедуры в университете завершены. Печати, штампы, устав изменены, регистрация произведена. Отныне мы Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, коллеги. Поздравил с этим значимым событием профессорско-преподавательский и студенческий составы глава республики. Мы вернули нашему университету имя Доржи Банзарова. Хотя юридически это не вернули, юридически это назвали заново, поскольку был институт, стал университет, но все равно наш ученый, первый бурятский ученый, достойно вернулся во имя нашего университета. До 1995 года учебное заведение носило имя Доржи Банзарова. Правда, тогда название вуза было другое – Бурятский государственный педагогический институт. Бурятский государственный университет сегодня увековечил имя Доржи Банзарова в своих стенах. И это отрадно. Бурятский государственный университет по праву гордится своей богатой историей, прочными традициями и, наверное, блестящими перспективами. Сам университет идет в ногу со временем, внедряет новые учебные организационные процессы, претворяет в жизнь те самые научно-исследовательские проекты, которые разрабатываются в ваших стенах. В настоящее время в составе БГУ 6 учебных институтов, 7 факультетов и 78 кафедр. На сегодня в вузе проходит обучение более 10 тысяч студентов. Батыр Ламбаев, Вячеслав Батоев. Новости дня.